привет, дорогие подписчики и гости! Рада вас приветствовать на моем канале. Предлагаю вам приготовить замечательный овощной салат с помидорами, огурцами и перцем. Легкий, яркий, ароматный и необычно вкусный салатик. Для его приготовления нам понадобится помидоры, красный и желтый, огурец, перец, лук, зелень, соль, перец, сахар, лимонный сок и растительное масло. Приступим к приготовлению. Берем помидоры, удаляем плодоножку и нарезаем дольками. Высыпаем в глубокую посуду. Нарезаем полукружочками огурцы. И соломкой сладкий болгарский перец. Высыпаем к помидорам. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Зелень мелко измельчаем. И отправим к овощам. Приготовим заправку. В неглубокую посуду нальем растительное масло. Добавим лимонный сок и сахар. И хорошо перемешаем до однородности. В салат добавляем соль и перец по вкусу. Вливаем заправку и хорошо перемешаем. Тоже можно сразу подавать к столу. Салатик очень вкусный, легкий и красочный. Отлично подойдет к мясным блюдам. Готовится блюдо быстро и просто. Готовьте с удовольствием. Смотрите мое видео и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем приятного аппетита и до скорых встреч!